она падает в обморок и окончательно лишается рассудка. Выйдя из опытственного состояния, не замечая, что вокруг ее все подняты, все в ужасе смотрят на нее, она вдруг думает, что она перенесена в цветущий сад, где она гуляет со своим женихом, и мечтает о том, как вот как это будет, такие же золотые венцы наденут на нас завтра. На самом деле все это бред, смертный бред. Римский Корсаков, ария-марш и суперцарская мелодия.